В доме офицеров простились с погибшим при исполнении служебных обязанностей майором милиции Юрием Масютой. Трагические события произошли 15 августа в селе Красноселка Коминтерновского района. Масюта Юрий Владимирович с 90-го года служил в Збройных силах. С 2004 года был участковым по настоящий момент. Дослужился до старшего участкового, был честный, порядочный, ответственный, как сотрудник милиции, как друг, как товарищ. Можно было на него положиться.